Максим Журило, я один из основателей школы Алабранинг, и, в принципе, наверное, добрая половина людей здесь меня знает, и я знаю их в ответ. Спасибо большое, ребята, что вы пришли. А вторую половину я не знаю, вы меня не знаете, вам не менее большое спасибо, что вы пришли. А мы периодически делаем встречи с интересными людьми. А сегодня, ну, судя по результату, человек настолько интересный, что столько людей пришло. Здорово! Ну, с кем сегодняшняя встреча, я даже не... Вы, наверное, знаете, раз здесь оказались, да? Да, видимо, у вас есть какие-то вопросы, не знаю, комментарии, хотите что-то услышать. Так получилось, что первую встречу, которую Николай проводил для большого количества людей в России, я пропустил, поэтому решил для того, чтобы сам послушать, если честно. Ну, и хорошо, что мы в такой большой компании Николая Романова послушаем. Ну, не знаю, я больше ничего не буду говорить, давайте лучше пас передам вам, потому что для меня эти идеи, которые Николай воплотил в книге, которую я читал еще в другом виде, на английском языке, потом с трудом нашел на русском, но тоже в другом виде. Потом Миша Иванов переиздал ее, сделал в более читабельном варианте. Да, и сейчас у каждого есть возможность из вас, чтобы она была. Вот, там, на мой век и на мою жизнь они достаточно сильно повлияли. Если вы ни разу не слышали, не соприкасались с идеями, которые Николай Романов предлагает, я думаю, что сегодняшний вечер может изменить ваше представление о беге, причем достаточно кардинально. Ну, имеется в виду технику бега. Вот, а каким образом кардинально изменить представление о беге он может? Николай Романов вам сегодня расскажет. Встречайте. Я, наверное, не смогу выразить достаточно сильно мои чувства, которые я испытываю сейчас в виде этого аудитория. Я должен сказать, что я об этой аудитории мечтал очень много лет. Когда на кухне у моей сестры, которая сидит вот там, вон там сидит, с ее мужем, моим братом, я ему говорил мои идеи поздного метода. Это было очень-очень давно. Я был тогда очень молодой и симпатичный. А время меняет людей. Я стал мудрее, наверное, немножко сдержаннее в том, как донести идеи до людей, потому что люди не любят, когда на них напрыгивают с идеями. Они должны выстояться, как хорошее вино. И вот я несказанно счастлив, что это вино созрело для России наконец-то. Я об этом мечтал очень, очень много лет. Я не могу скрыть свое волнение, потому что Россия исторически имеет традицию славить героев посмертно. И я все время боялся, так сказать, что это случится со мной тоже, понимаете? Потому что я понимал, так сказать, что, скажем, то, что я делаю, это очень полезно людям и очень нужно. Но дело в том, что когда учишь людей, это не о том, что ты хочешь им принести, а то, что они хотят, понимаете? И вот это разноголосица в том, что хотят люди, и то, что хотите вы принести, является очень большим препятствием. Ну, так скажем, опережаешь немножко время. И вот понадобилось выстояться немного. Моя мудрая учительница, которая меня учила еще в университете, моя учительница по плаванию, Искра Ильинична Богданова, я не могу не вспомнить ее имя, она в свое время мне сказала, в 70-е годы, когда я вышел с этой идеей и докладывал ее своим коллегам, они смотрели на меня с удивлением и говорили: что это такое? Поздний метод. Это что, Камасутра русская? Я говорил: нет, ребят, это не совсем то. Но очень близко. И она сказала: ну, знаешь что, Коля, подожди. Тебе, наверное, нужно уехать куда-нибудь
Ну, например, в Японии. Почему-то она любила Японию. Она сказала, ну вот как съездишь в Японию, японцы тебя примут. А потом и наши тоже. А наши были только страной, понимаете? Вот так получилось. Хотя я всю жизнь, естественно, мечтал все это принести в Россию. Потому что это родилось здесь. Я, когда я говорю, докладываю все эти вещи за рубежом, в разных совершенно странах, так сказать, я всегда говорю, это с гордостью, я говорю, I'm Russian born and educated, понимаете? Я очень горжусь этим, потому что то образование и то воспитание, которое я получил, оно оказалось топ. Я никогда не страдал по поводу недообразованности везде, во всех странах мира, понимаете? Я был on the top. И это меня очень-очень вдохновляло. И то, что я был россиянин, так сказать, я вышел из этих недр, из этой великой страны, которая, так сказать, дала мне возможность. Я уже не таил никакой обиды, что там не принимали, понимаете? Где-то у меня в глубине сердца жило, что придет время. Я ждал этого сладкого момента, понимаете, терпеливо. И внезапно все это сошлось в каком-то невообразимом сне. Вот. Это такая предыстория. Я, наверное, думаю, что я обязан поделиться с вами этим. И вот то, что началось в 70-х годах, в конце, меня окружали великолепные люди, умнейшие, абсолютно с невыразимым благородством сердца и души, которые меня поддерживали. Когда начинаешь новую идею, если таких людей нет, ты умираешь. И вот мне эти люди не дали умереть, а эти люди сидят здесь в зале тоже, понимаете, да? Я, к сожалению, не могу перечислить их, но они здесь. Я их очень люблю. Они в моем сердце и в моей душе всегда были и будут. И вот теперь я прихожу с этим раскрытым сердцем к вам, понимаете? И эта идея уже не кажется такой сумасшедшей, и не такой уж она, она теперь как-то уже стала нормальной, понимаете? И я надеюсь, что в России это поможет вам, как я писал, так сказать, все время, что мы войдем в счастливую комьюнити счастливых бегунов, здоровых и умеющих бегать. К сожалению, когда я говорю «умеющих бегать», это означает, что большинство людей не умеют бегать. И большинство бегунов, которые имеют стаж, особенно очень большой, они смертельно оскорбляются. Понимаете, когда говоришь им, ну, вообще, ребята, я вас очень уважаю. Я очень уважаю вас. Понимаете, ваша целеустремленность и ваше желание заниматься бегом, они просто невообразимо благородны и полезны для общества, для вас самих. Но я должен вам сказать, что это звучит так, по-английски это звучит так, это такое. You are very good people. You are very nice people. I do like you. But your running is sucks. Sucks – это отстой. К сожалению, это реальность. Это, тут меньше юмора, здесь больше, так сказать. Сейчас я вам буду показывать некоторые картинки. Вот видите, вот название. Это немножко научное название, пусть оно вас не пугает. Понимаете, я постараюсь упростить всю эту вещь до самых простых, так сказать, земных понятий, которые будут понятны даже ребенку. Я обучал детей, так сказать, абсолютно детсадовского возраста, очень успешно. И вы перенесете это своих детей тоже. Потому что дети как раз самые восприимчивые, их надо там. 5-6 лет они должны бежать. И они бегут поздним методом. Уже. А потом вы начинаете их учить, и они начинают уходить в ненужном направлении. Максим предложил свободную дискуссию, понимаете, потому что он хотел избежать формальности там, такого доклада, понимаете, набурчания, что-нибудь такое в микрофон и тому подобное. Я хотел бы живого общения с вами. Все вопросы welcome, кроме вопросов о моей личной жизни и о моем банковском счете. А остальное все пожалуйста. Если вы имеете уже эти вопросы, так сказать, пожалуйста, мы начнем. Я буду, так сказать, вкрапливать вот эти вот детали, так сказать, чтобы иллюстрировать мои ответы вам и показывать ваш вопрос, как он должен звучать. Если вы согласны с этим форматом нашего общения, я ваш.
Наверное. Можно, Николай, я на правах организатора задам первый вопрос и, собственно, кину мяч. Вот смотрите, есть, вы сказали, там, you're good people. Вот сейчас прошел чемпионат мира по легкой атлетике в Москве. Да, я был там все дни. И наблюдать, например, женский марафон. Это ужас. Да. И, например, часть женщин, которые бежали в марафон достаточно быстро, исходя из вашей концепции, если я правильно конечно, понимаю, они бежали ужасно. Да. Вот. Кроме первой девочки более-менее, так сказать. Но она тоже, так сказать, не там еще. Вот. И как же, то есть что же тогда является мерилом правильности бега? Является ли это скорость и, например, там, мировой рекорд? No. Или какой-то другой критерий? Если другой, то какой, с вашей точки зрения? Безусловно. То есть как понять, что этот бег правильный, а этот неправильный? Вы понимаете, во всех делах, которые мы делаем, независимо от того, что мы делаем, где мы живем, как мы живем в стандартах. Между стандартами, мы сами стандарт. У нас у всех одинаковое количество костей, мышц и так далее. Понимаете, независимо от нашего пола, вероисповедания и тому подобное, мы все дети Божьи, понимаете, да? Мы созданы по единому образцу, понимаете? Разность, так сказать, в поле, в размерах ничего не значит. Она такая внешняя, понимаете, да? А все остальное, это все одинаково, мы все одинаковые. Не смотрите на цвет глаз, понимаете? Я сейчас вам приведу к этой логической цепочке, вы увидите, что это такое. Я вызову добровольцев, которые не боятся переломанных костей, так сказать, и мы продемонстрируем с вами эти вещи. И вот материалы, это стандарты, понимаете, существует стандарт. Это не мой стандарт, не ваш, Максим, и не чей, это природный стандарт. И поздний метод, он построен на стандартах, которые дала нам природа. Я ориентировался на это. Я не думал о том, давайте подумаем, как лучше бегать, понимаете. Я думал по-другому. А что природа думает по поводу того, как лучше бегать, понимаете. Это самый лучший вопрос, который мы можем задать природе. Потому что природа уже создала все. Мы только открываем то, что уже сделано. Миллиарды лет эволюции уже сделали все дело. Метод проб и ошибок отобрал все лучшее. Это уже существует. Не надо мудрствовать. Надо открывать глаза. Это называется восприятие. Изменение восприятия. Поздний метод – это изменение вашего восприятия на то, что уже существует. Это не новое что-то. Понимаете? Хотя поздний метод называют революционным методом и так далее. Я вообще боюсь революции. Понимаете? В полном смысле этого слова. Потому что моя семья была наказана, так сказать, революцией, и у меня, так сказать, инстинктивный страх. Когда я вижу серые, серьезные лица, я пугаюсь. Так что улыбайтесь. Вопрос? Нет, да? Или вы мне помахали? Я сегодня занят. Да. А мой вопрос? Или вы ответили? Нет, еще. Я сейчас сразу отвечу, он такой простой вопрос. В настоящее время не существует обуви, которая бы могла бы быть принята как стандарт или как лучший эталонный. Я ее разрабатываю. Это смешно, но это так. Я сделал первый дизайн обуви пока, но понимаете, это коммерческая вещь, я ученый, понимаете, я педагог. А там уже другая вещь начинается. Там начинаются деньги, начинаются интриги и прочее. А такой обуви еще не существует. Понимаете, существует что-то приближающееся к этому. Ну вот тут у меня вот пара обуви, которая называется Innovate. Эти любят, эта фирма любит меня, и они мне нравятся, так сказать, немножко тоже. Потому что они в этом правильном направлении идут. То, что называется minimalistic shoes, вот, да, вот это оболочка для продажи. Но не для бега. Понимаете? Там другие критерии должны существовать, о которых я, к сожалению, не могу вам сказать, потому что я подписал вещи. Я только могу вам сказать, что нужно выбирать обувь очень простую, никаких толстых этих монстров, вот таких вот, да? Вы знаете, там вот реклама на все эти, которые вам облегчают противогравитацию, особенно противогравитации, вообще не надо работать против гравитации. Это как...
это мой будет вам совет в семейной жизни. Понимаете? Никогда не работайте против женщин, понимаете? Нужно быть послушным рабом, и у вас будет счастливая жизнь. И говоря о стандартах, мы сейчас вернемся, я приду. Я буду все время возвращаться к этой теме, потому что это очень глубокий вопрос. Как вас зовут? Лена. Лена. Ну, моя сестра Лена тоже. Вон он там, он красивая женщина сидит, это моя сестра. Я стараюсь не разбегаться очень. Жизнь коротка, понимаете? Она может стать короче. Ну вот, по поводу вашего вопроса, понимаете, здесь... Когда мы возвращаемся к обуви, да, получается? Тоже вопрос связанный с обувью, потому что нет, не очень специфично. Момент есть. Сейчас или мы все закончим, или будем продолжать. Дело в том, что здесь все наоборот, понимаете, Лена? Дело в том, что те концепции, которые сейчас обувь пришла, вот этот минималистик, шуз, вот эта концепция innovate, концепция, они все пришли из позднего метода. Ну я просто, понимаете, я не хочу быть очень нескромным, но здесь уже дело чести, понимаете? Когда вы меня спрашиваете такой вопрос, я не могу вам по-другому ответить. Я ввел эту концепцию, понимаете? Меня за это хотели снайперы, понимаете, там все такое, но... Эти люди все знают меня, понимаете? Включая естественный бег. Он никогда не объяснил, что такое естественный бег. Что он называет естественным бегом? Я вам объясню, что это такое. Немножко позднее. И дело в том, что на Западе, скажем, они все признают, что я ввел это туда. Тот же самый журналист Крис МакДугал, который интервьюировал меня очень долго, он говорит, что да, он начинал. Но они стараются обойти эту тему, понимаете, потому что я русский. Понимаете, немножко придет время, так сказать. Но я не боюсь этого, понимаете. Вот такая история. Да? Скажите, сколько нужно время для того, чтобы освоить вашу методику, чтобы результаты начали расти? Потому что я слышал, первый год они падают, потом начинают... Тот, кто вам рассказывал, у него или был плохой учитель, понимаете, или он... не очень хорошо разобрался в концепции этой. Ну, тот, кто вам перерассказывал, он был после очень сильного похмелья, наверное, так сказать. Дело в том, что вся сборная России, с которой я работаю, вот мальчики, с которыми я работаю, они все улучшили свои результаты. Уже давно. Понимаете? Насколько? Но дело в том, что там есть циклы, понимаете? Вот есть, мы готовили, так сказать, не на 10 километров сразу, да? А пошли отсюда. Вот с маленьких дистанций, понимаете? Там есть специфическая логика перестроения этих вещей. Они все улучшили колоссально на 200, 400, 1000, 3000, понимаете? Ну, то есть это пока нельзя использовать для триатлона? Почему не особо? Они уже используют, они бегают, они стабильно бегают теперь на своих лучших результатах уже. Ну, Полянский выиграл чемпионат России вот в это воскресенье с лучшим бегом. Это ваш ученик? Да. Они все бегают уже по своим лучшим результатам, понимаете? Вы связываете это с вашей темой? Я не связываю, я абсолютно знаю это. Зачем связывать? Я знаю это. Другие причины? Какие? Плохая погода, хорошая погода, что там может изменить? Есть реальность, понимаете? Я ученый, я работаю, так сказать, с реальностями. Это реальность такая. Вот угол падения, вот эта скорость идет. Я измеряю эти вещи, я смотрю, как они изменяются от одной дистанции к другой, я вижу этот прогресс. Сердце стучит меньше, понимаете, да? Стоит. Да, конечно. Ну, они уже опубликованы частично, но насчет команды, так сказать, мне нужно с федерацией, так сказать... Это закрытая пока, так сказать, тема, но если они мне разрешат, так сказать,
я буду публиковать, естественно. У нас очень огромное количество материалов собрано для триатлетов, в частности, как ты оперирует вместе с этими с велосипедом и плаванием. А сколько нужно времени, чтобы улучшить результат? Я вам говорю, так сказать, из моей практики, очень длинный, понимаете? Есть случаи, которые улучшали так. Мы делали клинику сегодня с нормальными людьми, понимаете, даже не с элитными. На следующий день они бегут тест, особенно мексиканцы любят свои деньги получить все, понимаете? Мы, значит, делаем два дня на следующий день тест, и они улучшают свой результат на 5 километров 3-5 минут, понимаете? Вот вам ответ такой. Нужно просто войти туда. У меня были случаи, когда человек улучшал результаты, у меня в книге описано, вот с Кайлом Сейджем, это был директор юниорского триатлона в США, который, собственно, пригласил меня в команду работать. В свое время. Он пришел ко мне ночью, приехал по рекомендации Боба Бимена. Я не знал еще английского хорошо, так сказать. Моя жена переводила мне. Я его там дрессировал на часа 2,5. Он говорит, кажется, я понял. И уехал в Майами обратно бежать полумарафон на следующее утро. После обеда он приезжает ко мне обратно и говорит, я улучшил там около что-то 20 с лишним минут. Все, говорит, едем со мной, ты мне нужен. И все, и мы уехали с ним. В Гейнсвилл, Колорадо Спрингс и так далее. Вот вам ответ, так сказать. Давайте перейдем к методу. Да, да. Пока это рекламный ролик. Николай, я просто могу пояснить насчет. В этом зале уже собрались те люди, кто уже приняли вас в душе. Спасибо. Вы пытаетесь нас еще резервировать. Не, я отвечаю на вопросы, которые были заданы. Да, мы ждем уже. Все, поехали, поехали. Поехали. Добровольцы есть кто-нибудь? Так, ну хорошо, вот он был первый, он, к сожалению, сейчас. Я бы хотел всех сюда. Как вас зовут? Данил, надо его запомнить его имя. Когда будет станет памятник. Я сейчас продемонстрирую вам очень простую вещь, понимаете, которая, так сказать, рядом с нами каждый день, каждую минуту, каждую секунду с нами. Но мы не видим этого. Почему? Потому что наше восприятие закрыто для этого. И вот я сейчас покажу на простейших вещах, которые вот Даниил, да, будет мне ассистировать, вы увидите, что такое бег. В самом простом варианте. Первый вопрос. Даниил, вы хотите бег, да? Да. Совершенно верно. Вот теперь, значит, он хочет бежать. И я ему говорю, Данил, пожалуйста, беги. Беги. Данил. Нет. Так, Данил, пожалуйста. Ну? Окей. Хорошо. Я сейчас хочу ваше внимание остановить на одном и том же явлении. Любой из вас выйдет делать то же самое. Это интуитивный, инстинктивный уровень. Вот еще раз посмотрите. Я его прошу двигаться вперед, даже не называя бегом пока, понимаете? Даниил, что он делает первый? Падает. Ответы появились, прекрасно. Он пытается сделать что-то очень простое, понимаете, да? Которое сделает любое живое существо на Земле. Без исключения, у которого есть неокортекс или нет, это не важно. Вот это будет первое, Даниил. Вот это вот будет первое. Понимаете? Работа рук, ног будет незначима. Она будет не имеет значения того, которое мы приписываем этому всему. Понимаете? Что он делает? Давайте назовем своим словом. Наклоняется. Наклоняется. То есть, вот, мы приходим к слову падать. Понимаете, да? И теперь я делаю, так сказать, продолжаю тот же самый эксперимент в этом же направлении, чтобы эту логику развить и привести ее к совершенно логическому обоснованию. Что мы делаем? Да, но я разве что-нибудь вам сказал? Я вас попросил что-нибудь сделать? Нет. Почему это произошло? Это очень простая реакция, которая называется гравитационный рефлекс, понимаете? Нападение. И вот эта вот вещь и есть основа бега. Но не только бега, и ходьбы тоже. Но не только ходьбы и бега. Бег на коньках, плавание, метание. Это все построено на одном и том же. Вот то, что делают.
игра. Клюшкой, так сказать, удар в гольфе, в хоккее, везде. Все построено на одном. Удар боксера, все построено на вот этом вот движении. Еще раз. Вот это вот движение лежит в основе. Все, больше там ничего нет. И вот эта вещь называется простым, я ее назвал, падение просто, понимаете, да? И вот весь бег приходит к тому, что существует наилучшая поза человека для этого падения в беге. Одна, единственная поза. Независимо от того, кто вы, как вы, вес, рост, цвет глаз и так далее. Потому что существует только одна поза, которая позволяет вам сделать это наилучшим образом. И получается, что использовать гравитацию, которая проявляется как вес тела и как падение человека, существует только одно инвариантное решение задачи. Все. Если вы это не делаете, вы начинаете нарушать. Вот стандарты. Мы приходим к этим стандартам. Сейчас я вам нарисую, а потом покажу рисунки, потом покажу, как лучшие бегуны бегают таким образом. Их не очень много. Понятно? Да вот сейчас к бегу только приведем еще больше. Вот теперь позу. Вот вы видели на двух ногах, теперь я его попрошу. Теперь станьте в любую, так сказать, только на одной ноге. Как вы стоите на одной ноге? Вот так, да? Ну, это немножко неуклюже, так сказать, там нужно чуть-чуть поправлять, но смысл вот этот вот. Теперь он будет то же самое делать, понимаете, да? Двигайтесь вперед теперь. Видите, что он делает? Он не двигает ногами и руками, он падает. Видите, вот падает. Вот это вот. И вот он после этого только делает... Но это неправильное движение. Он на приземление, а там нужно ногу снимать. Вот та нога, которая осталась на грунте у вас, да, она должна как раз сниматься оттуда. Ну, вы должны, как только вес ушел, понимаете, вот что такое вес? Вот видите, вот это вес, да, я вес. Вот вы давите на меня, да? Вот, вот такая вот реакция происходит. Как только вес уходит, нога должна уйти так, пуп, быстро, и все. Наоборот, попробуйте. Ну вот, давайте, сделайте так. Теперь посмотрите, когда я выпускаю, да? Ваш инстинкт, он самосохранительный. Вы хотите приземлиться, а нужно убрать ногу с опоры, понимаете? Все наоборот. Это называется counterintuitive. Ну, то есть противоинтуитивное. Да. И вот я теперь, когда вас отпускаю, да? Первое движение, которое должны сделать, и одно единственное движение, вот ту ногу, вот левая стопа вот эта, да? Ее нужно снять с опоры, перевести в точное положение, в котором стоит сейчас ваша правая. Вот. Правая нога тут, да? И теперь, как только я вас отпущу, понимаете, как только... Ну, видите, он хочет приземлиться. Его страх преобладает. Он хочет спокойствия в этой жизни, он хочет стабильности. Большая зарплата приходит только с риском. Вот когда с 9 до 5... Вот. Поэтому, если вы хотите большую зарплату, и шампанское хорошее, нужно рисковать, понимаете? Нужно отпустить ту ногу с опоры и дать свободному падению проявиться. Как? Вот так. Ну, давайте я покажу. Ну, это вам будет стоить дорого вообще. Ну сюда тогда. Ну только не очень нежно. Ну, поехали. Ну, это вы называете перепрыгнуть, я называю это снять ногу с опоры и прийти в другую позу, следующую, такую точно же, симметричную. И потом следующее падение начнется. Все, больше там ничего нет. Разве это естественное? Естественное, поставить ногу на опору, это называется гравитационный рефлекс. Вы хотите или не хотите, это случится. Это называется неизбежный момент жизни, понимаете? Есть вещи такие, как... таксы, то есть эти, как называют, налоги и смерть неизбежны, да? Гравитационное притяжение неизбежно, если вы в рамках Земли. Зачем вам это делать тогда дополнительно, понимаете? Нужно отпустить просто. А вот то, что не случится, это не случится в следующей позе. Вы ее разрушите. Поэтому ее надо восстановить. Поэтому нужно ногу сдернуть с опоры и прийти опять в позу. Все, вопрос решен. Вот вам бег, понимаете? Больше ничего там нет. Вот такая простая вот... логическая операция происходит. Да, конечно, Андрей, конечно. Да. Почему вы перешли первые два движения, когда вы показывали, доказывали, что все естественно, и коллеги действительно делали естественные движения. Да. И потом должно появиться что-то искусственное. Первое
Нет, как раз там вот это подтягивание, не, это не искусственное, оно естественное. Но дело в том, вот приземление ваше, да, вот оно искусственное. И оно идет от страха. Понимаете? Но все животные так делают. Ничего подобного. Я вам сейчас покажу бег животных, и вы увидите, как они снимают ноги так же, как вот... Они сначала приземляются. Ничего подобного. Вы никогда не видели, как бегают животные? Ну, я сейчас... Потому что они оперируют весом тела. А мы, люди, мы оперируем мышцами, понимаете? Ни одно животное не знает ни одной мышцы. Они не знают анатомию, механики, но они знают вес тела. Понимаете? Если он хочет меня толкнуть, сейчас я вам покажу эту вещь. Вот, вот что такое вес тела. Вот он сильный парень, да? Сильный. Вот, пожалуйста. Видите, он сейчас делает движение на меня, да? Он может сломать мой палец. Легко. Но вот сейчас я сделаю очень интересную вещь с ним, понимаете, да? Я не хотел пугать. Поехали? Вот теперь я делаю так. И видите, он не может мой палец... Что я сделал сейчас? Я убрал его вес просто. Понимаете? Как только вес убрал, мышцы не работают. Это гравитационное поле, понимаете, в котором мы живем. И наши мышцы обслуживают вес тела. Вот это вот мы должны очень хорошо понимать. Это не наша прихоть, не наша привилегия, так сказать. Это реальность, понимаете? Мышцы обслуживают вес тела, все. Мы же, Homo sapiens, пришли к очень странным выводам, что мы сейчас начнем использовать наши мышцы, понимаете, да? И мы это посредничество вставляем туда свое, ненужное абсолютно. Это как между мужем и женой сказать, ребята, я вас научу, как жить вместе. Вы знаете, чем это кончается? Знаете, прекрасно. Вот это вот не надо делать. И вот в поздном методе мы убираем полностью любые влияния центральной нервной системы, то есть головного мозга, сознания в регуляцию мышечной деятельности. Потому что это самая абсурдная вещь, которую только можно предложить на этом уровне. Потому что те соотношения, которые формировались миллионы лет эволюции, вы хотите еще сказать, что вы умнее этого? Ну, не берите на себя много, понимаете, в этих случаях. Поэтому туда не надо вмешиваться. Вот нужно учиться использовать вес тела. А вес тела будет все остальное делать для вас. Каким образом? Один образ только. Две вещи только существуют там, чтобы использовать это. Нужна определенная поза и нужен вес тела, связанный с этой позой. И в каждом движении существует своя поза, где вес тела может использоваться. Как только это приходит, мышцы работают наилучшим образом. Все. Мне не нужно беспокоиться о том... Беги, какая самая лучшая. Вот она, сейчас я показываю ее. Встаньте, пожалуйста, ко мне. Коленосок. Все, вот эта поза. Сейчас мы ее посмотрим. Ну, через много картинок я вам покажу. Вот. Больше ничего нет там, понимаете? Любую другую позу я поставлю сейчас, да? Уберите. А, ну хорошо. Данил, сюда подойдите, пожалуйста. Вот сделайте такую какую-нибудь позу. Вот посмотрите сейчас. Я сейчас его попрошу, вот видите, как он ногу, я специально попросил его ногу. Вот так люди бегают, очень многие. Вот циранник учит вот так бегать. Подержите там. Ну, теперь попробуйте упасть, Даниил. Видите, какой долгий процесс начинается. И вот пока нога сюда не придет, он не падает. Понимаете, он смещает туловище, но не падает. Еще раз покажите, чтобы все видели. И, вот, видите? Только сюда нога подошла в позу, падение началось. Но мы делали уже эти исследования, понимаете, с датчиками, с приборами, с реакцией опоры, с силовой платформы, понимаете. Все уже собрано. Я сделал массу исследований со своими коллегами по всему миру, понимаете. Написаны 5 или 6 диссертаций по этому поводу уже. Одна из первых была написана в Америке, в Colorado Springs, в олимпийском тренинге, когда я работал тренером сборной команды США. То есть доказательств хватает, но для людей доказательств такого рода не хватает в любом случае, понимаете? Вопрос. Да. Вот вы в книге, вот в своем методе, я понимаю, вот склоняете людей, всех бегунов бегать, меняя быструю смену вот, позы. И приводит там пример, какие-то разные примеры. Также вы это на других страницах пишете, что переводчик приводит, что вот с
быстрее ее бег, тем шире она раскладывается, а не тем короче шаг, и тем быстрее. Мне очень легко ответить на ваш вопрос. Да, очень легко. Я не хочу вдаваться в науку туда слишком только много. Понимаете, существует такое понятие, как геометрическое ограничение и анатомическое. Суть их заключается в очень простой вещи. Вот видите, вот здесь вот сустав мой, да? И вот чем ближе идет к разгибанию сустава вот сюда, тем меньше скорость становится разгибания. Понимаете? Вот вы понимаете, что я говорю? Да. Окей. Вот. Самая быстрая скорость разгибания идет только до вот середины. После середины торможение начинается. У любых животных, человека, это доказано уже давно, это уже текстбук, все там. Это называется анатомическое и геометрическое ограничение. Суть его заключается в том, чтобы предохранить наши суставы от этого. То, что вы видите на этом вот распрямлении, это в воздухе, это момент инерции там просто-напросто проявляется. Все, больше ничего. А на самом деле полного разгибания никогда не происходит. Не, полное, я не говорю про полное разгибание, а именно когда скорость увеличивается. Да, совершенно верно, амплитуда увеличивается, но она увеличивается в воздухе. Да, когда в воздухе... Вот суть заключается в очень простой вещи. Пока вы на опоре, вот вам кажется, что вы стоите здесь, вот так вот, да? А на самом деле опоры уже нет. Нулевая реакция опоры уже существует, понимаете? Эти данные были получены еще с 70-х годов. Когда я первый раз нашел эти вещи в спринте, я был поражен этим. Потому что концепция полного разгибания ноги в отталкивании существовала и до сих пор существует. И вдруг появляются эти данные. Потом я своим исследованием в прыжках в высоту тоже нахожу эти вещи, что в прыжках в высоту, где вы видите вот это вот полное разгибание, я сам был на уровне мастеров спорта, прыгал, и вдруг оказывается полное разгибание, то есть до окончания опоры, вот когда нулевая, уже нога все еще не разогнута стоит. Понимаете, то, что мы видим в воздухе уже, да, это так, вот так, отпустило и все. Понимаете? А разгибания нет этого. Вот эта вот вещь была найдена. Колоссально большое количество данных по этому поводу существует. Люди все еще в плену вот этого вот отталкивания, понимаете? Отталкивания как такового нет. Люди оперируют. В поздном методе мы не учим отталкиваться, потому что его нет просто-напросто. Там много других научных вещей, которые подтверждают это. Я не хочу сейчас вас вводить в состояние гроги. Николай, у вас, похоже, есть заготовки домашние, да, о том, как животные бегают. Может, мы посмотрим, как они бегают, и просто увидим это? Ну, разумеется, сейчас я открою вам этот. Сейчас быстро, чтобы скользить по файлам, то есть по слайдам. Я сейчас прям проскочу, чтобы показать животных. Хорошо? Так, открыть надо, да? Вот. Это название, так сказать, я написал статью научную в нашем российском вестнике спортивной науки. Большая статья на 20 страниц. Если вас заинтересует, пожалуйста, в прошлом году, в марте или феврале выпущен был номер второй. Она так и называется. Биомеханика бега, новый взгляд на старую проблему. Там привожу научные данные, если вас заинтересует. Ссылки там и прочее, понимаете? Так, сейчас я включаю. Я сейчас просто быстро по слайдам. Придется вручную сейчас сделать. Он не хочет быстро делать. Ну что? Я сейчас просто проскольжу, так сказать. Я просто другой открыл. Это просто когда вот мы делаем презентацию, видимо, поставили один, так сказать. Сейчас я проскочу просто, там много очень слайдов. Вот, чтобы проиллюстрировать, когда я делал анализ, еще вот в 70-е годы, когда начал изучать эту проблему, я просто взял всех бегунов выдающихся и начал смотреть, как они бегают, понимаете, через фильмы и прочее. Я искал одну вещь простую.
Что у них общего? Не различного, а общего. Понимаете? И что пришло? Вы знаете этого человека, наверное, да? Если нет, придется вас наказать. Это выдающаяся, это легенда английская. Роджер Баннистер, который в мае 54 года пробежал первый раз быстрее 4 минут милю. Историческое явление. И вот смотрите дальше. Различные эпохи, различные дистанции. И посмотрите, что мы видим там? Да, мы видим все время. Вот это вот выдающийся бегун из Новой Зеландии, олимпийский чемпион, рекордсмен мира. Ну, ну хорошо, я потом отвечу. Этого, наверное, человека вы знаете тоже. Себастьян Коэ. А это? Ну, вот этого надо знать человека. Кто это? Кто? Сосед? Петр Болотников, олимпийский чемпион наш, соотечественник. Еще вопрос, спортсмен. Я вот смотрел, 55 километров в Лондоне. Да. На переднюю часть стопы. Да. Ну, как, а вот многие которые даже вот паралимпийский чемпион, да. Он как-то приземлялся, он на среднюю часть, ну, на внешнюю среднюю часть. Что-то заворачивал вовнутрь. Мы путаем приземление с касанием, понимаете? Вот это вот типичная ошибка. То, что вы говорите, люди говорят о касании. Какая часть стопы касается первой, понимаете? А приземление начинается, когда вес тела приземляется. Вот я когда вас потрогаю вот так, да, я не приземлился на вас еще, понимаете? Я просто вас коснулся. И вот когда стопа вот так стоит, да, вот называется supination, вот так немножко pronation, может быть, там, это касание только. Реальное приземление начинается тогда, когда ваш вес тела приземлился, понимаете, туда, вот один вес тела, вот, скажем, вы там 80 килограммов. До этого это касание только, понимаете? Нельзя путать эти вещи. И люди путают постоянно эти вещи. И отсюда происходит так. Люди по-разному бегают. Да никто не бегает по-разному, понимаете? Природа никому не дает возможности по-разному. Те, кто бегают по-разному, они в разных госпиталях находятся, понимаете? Разница в технике бега заключается вот в этом, понимаете? Вот в этом. Видите? Поза одна и та же. Вот это поднятие стопы. Вот это, видите, марафон. Средняя дистанция, а вот это спринт. Вот это вот разница. То есть амплитуда, которая возникает от вашего падения, от угла падения. Сейчас мы к нему придем еще. Я все-таки стремлюсь к животным. Вы любите животных, я вижу. И вот этот угол, который разница, создает вашу разность скорости. Не мышцы. Если бы мышцы создавали разницу в скорости бега, то тогда бы какие-то здоровые ребята бегали бы быстрее всех. Но что мы видим? Какие-то слабые, тощие кенийцы, сомалийцы, понимаете, да? Которые кушают не очень часто, понимаете, да? Бегают быстрее здоровых, толстых, сильных белых мужиков. Подождите, спринтеры самые здоровые из всех бегунов. Ладно, давайте. Половина спринтеров играет в американский футбол в колледже. Ага, те, которые накушались анаболиков, вот так, что их все снимают до того, как соревнования начинаются. Только вы не путайте спринт. Усейн Болт, например, так сказать, средней мускулистости. Если я начну перечислять, вот туда поверну обратно вещи, да, вы увидите настоящих спринтеров, таких как Ливия Берутти и так далее, которые не отличались этой мускулатурой, которую сейчас имеют эти анаболические стероиды. А известный, как Бен Джонсон? Да, конечно. Потому что это искусственное наращивание мышц и компенсация, так сказать, огрехов, которые вы имеете. Понимаете, я свято верю в человеческие возможности без этих всех лекарств. Я стоял на этом давно и стою до сих пор. Понимаете, все мои ученики чист. Я вот в этом смысле горжусь. Никто из моих учеников, ребята, которые бегали на мировом уровне, никто не ел ничего. Понимаете? И они бегали не хуже. Вот в театральной я работаю уже больше 20 лет, и мои ребята, никто, и они бегали из 30 минут еще в 90-е годы. Вот ответ вам.
ЭПИО? Ну, разумеется, там есть шаткая серая граница, естественно, да? Но, естественно, то, что увеличивает способность доставлять кислород, скажем, как ЭПИО делает, понимаете, Human Growth Hormone, там, который увеличивает массу мышц искусственно. Вы никогда не видели собак, которых кормили этим? Это безобразное чудовище, понимаете? Я видел людей, которые кушали это все. Я увидел людей, которые умирали от этого. Я не буду называть, это были мои одноклассники в институте, которые уже не живут, понимаете, ушли. Потому что последствия неминуемы там. Люди, которые теряли импотенцию, теряли семью, теряли способность нормальной жизни. И я никогда не разделял и не буду разделять эти все вещи, понимаете. Я буду всегда против этого. Потому что я знаю, что человеческое сознание и его душа, сердце гораздо более плодотворным в достижении результатов. Да. Я похож на священника уже, да? Я так... Сейчас. Вот Усейн Болт, тут вот я вам показываю интересные вещи. Так, ну где они у меня? Вот, посмотрите. Ну, вперед. Я взял специально такое нетипичное животное. А куда смотреть-то? Ну, куда вам интересно? Сейчас я направлю ваш взгляд. Не волнуйтесь. Да. Вот теперь направим ваш взгляд, поскольку вы просили это, я, так сказать, вам даю гайденс. Вот посмотрите, падение вот сейчас будет происходить. Вот, видите, происходит падение. Сейчас потом вы увидите собаку, которая бежит точно так же. И, ну, в принципе, любое животное, включая разумного человека и неразумного тоже. Вот посмотрите, вот отсюда вот начинается падение, видите? Все, иду. Сейчас сделаю. Я сделаю иллюстрацию здесь. Все, пока смотрите, любой сесть верблюд. Ну вот собака, посмотрите, как собака бежит. Там точно так же все происходит. Вот. Падение очень ярко выражено здесь. Только угол больше гораздо, чем человек делает. Вот опять, смотрите, вот с этого момента начинается падение. Там такой же эффект реакции опоры возникает, как у нас же, абсолютно. Только здесь падение под большим углом происходит. Смысл какой, понимаете, вот анатомически. Вот нас, людей, взять, вот от пояса до верха, значит, да, у нас находится 62% веса тела, понимаете? Что это обозначает? Это значит, это перевернутый маятник. Это простая вещь. Механическое, перевернутый маятник, если я стою на ноге, этот маятник еще становится более выраженным. И вот этот маятник, понимаете, с концентрацией массы вот здесь, вот так вот он ходит вокруг точки опоры, называется pivotal point. Вот, это точка опоры, вот он вот так вот ходит. И вот, что природа нам дает для этого падения? Всего лишь 22,5 градуса. Все. Никто еще не бегал так. Усейн Болт, лучшие свои результаты, 21,4. Его лучший, причем между 60 и 80 метров он показал этот угол падения. Ну, если вы хотите, я вам скажу, назовите свой результат на 10 километров, я вам скажу, какой угол вы бегаете. Ну, кто рискнет? 40 минут. А? 40 минут это у вас 10,5 градусов. А чем больше, тем меньше угол, да? Нет, там угол это отклонение. Чем больше угол, тем быстрее вы бежите. И вот там джогинг, да, вот который в целом, да, это у вас где-то между 6-8 градусов вы бегаете, понимаете? Как только вы подходите к 50 минутам, там начинается 9 градусов, понимаете? Когда 40 минут, это уже больше 10 начинается. Это еще с ростом связано немножко. Там чисто геометрия, там ничего нет. Понимаете? То есть идеально это 22? 22,5. 22,5. Да, это, ну никто не бегал, это природа вам разрешит.
Нет, там поза должна быть, понимаете, не о прямом, это не о прямом теле идет речь, понимаете, это поза. Я покажу сейчас вам это. Да. Ну вот посмотрите, вот здесь, видите, вот когда, видите, как вот собирается сейчас в позу собака, вот отсюда начинает падать, вот отсюда сейчас она начнет падать. Как только задние лапы становятся, дальше начинается процесс падения. А? Да, сейчас. Это ничего, если я оставлю это, не будет отвлекать вас? То есть она не толкается задними лапами? А? Не толкается Нет. она задними Нет. Животные не дураки, понимаете? Вы когда-нибудь видели, как кошки прыгают? Я их снимал, понимаете, да? Я снимал на скоростную камеру. Там 250-500 кадров в секунду. Кошки просто изумительны в этом смысле. Что они делают? Они не толкаются, понимаете? Вот что происходит вот так, ну, образно покажу, я, конечно, не кошка, так сказать, и я даже не мышка, не медведь, я вот кошка так сидит, понимаете, вот так собралась она, это поза называется. И вот она отсюда начинает что делать? Вот так, смотрите, что делает. Она, в английском хорошее слово есть, unweighing, то есть разгрузка. Вот она верхнюю часть туловища вот так вот, да, ну, из плеч, по сути дела, так, берет и так, и поднимает. А там ноги ничего не делают. Они просто опора, понимаете? И вдруг на этой опоре раскручивается, начинается эластичный механизм, понимаете? Чем больше мы отвешивание делаем, это разгрузку, тем мощнее прыжок получается. То есть мы используем наш вес тела, чтобы двинуть наше тело. И, ну, если вы хотите, я вам могу показать, как это происходит. Так сказать. Все, понял, понял, понял. I'm here. Sorry. Вот вам поза. Почему такая поза? Очень простая вещь. Вот опора, вокруг которой происходит все вращение. И теперь нам нужно, чтобы каждая часть тела была как можно ближе вот к этой проекции. А почему вращение? А потому что в природе движение совершается только двумя способами. Оно называется линейное перемещение и вращательное перемещение. Понимаете? То есть человек — это палка и рычаг. И вот у нас чистого вращения линейного нигде не происходит. И вот суть того, что не понималось биомеханики спорта, скажем, как мы перемещаемся вперед, заключалось в том, что априори считали, что происходит линейное перемещение центра тяжести. И оно происходит за счет того, что мы разгибаем нашу... Понимаете? То есть делаем отталкивание. Как оказалось, когда я проводил эти исследования, оказалось, этого механизма нет там. А есть. Ну, там колоссальные результаты мы получили на этот счет. Оказалось... Всего лишь просто вот эта вот часть, так сказать, если мы берем как центр тяжести, как выражение всего тела, вращается вокруг этой точки. Вот так берем, вот так, вот это вот рот называется, ну, то есть рычаг. И вот когда этот рычаг вращается, понимаете, и он вращается только, понимаете, вот здесь вот я подчеркиваю, только, он вращается, человек, только под действием силы тяжести. Мышцы принимают участие там только поскольку, что надо держать эту позу. И никто не может ничего прибавить к этому вращению, вот к этой точке, в которой заканчивается вращение. Мышцы там ничего не вкладывают, чтобы линейное перемещение происходило. Взаимоотношения между вращательным движением и линейным движением в центре тяжести выражаются очень простой формулой. Понимаете? Вот такая вот формула геометрическая, взаимосвязь. Это линейная скорость перемещения. А это угловая скорость, помноженная на радиус вращения. Все. Там больше ничего нет. Да, это R. Вот это R. Радиус. А это омега. Это омега, это угловая скорость вращения. За счет чего скорость увеличивается? За счет частоты? Нет.
За счет угла, в первую очередь. Угол падения. Ну, то есть, вот посмотрите, вот этот угол, вот, скажем, да, вот этот угол альфа, скажем, да, который вы берете. Вот что такое омега? Омега — это угол альфа, деленное на время, которое проходит в центре тяжести вот этот угол. Понимаете? И в результате этого прохождения вот здесь, вот этот отрезок, имеет линейное перемещение вот такое. Если я носком отталкиваюсь, у меня получается как парень. Вы не отталкиваетесь носком. У вас и существует иллюзия вашего отталкивания. Существует очень большое количество иллюзий в человеческом обществе по поводу счастья, счастливой женитьбы, понимаете? Сократ в свое время сказал, когда я один из его учеников спросил, а что такое счастливая жизнь? Он говорит, очень просто. Если вы удачливы в своей женитьбе, вы будете счастливы. Если нет, вы будете философом. Хорошо, тогда это скорость смены опоры. Да, но это только помогает, понимаете, вот поддерживать вот это вот падение, понимаете? Там больше ничего нет. Вот это очень трудно, потому что вы имеете мышцы, и вы их чувствуете. Вам хочется так их применить, понимаете? Ну, как человек, у него есть ружье, хочется пострелять. Понимаете? Ну, ружье-то есть, и хочется выстрелить. Если я изменю угол, не меняя при этом силу мышц, дыхалку, ничего, я сразу же быстрее побегу, быстрее 40. Только вот измени. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Одну секунду, и потом, да, сама. Физиология. Вот теперь я должен в очень трудную сферу войти с вами вместе, да? И, наверное, вызову очень много, так сказать, эмоций у вас. Да? И я подхожу с точки зрения одной очень серьезной вещи, которая называется инвариантность. Вот, к сожалению, вот так, инвариантность. Физиология – это инвариантная вещь, она не изменяется. Понимаете, у нас иллюзии по поводу этого существуют. Что такое инвариантная физиология? Это значит, что вы живете в поле тяготения, миллионы лет все это формировалось, и ваше сердце сокращается только в определенном диапазоне. Вы ничего не можете изменить там. Если у вас 24 пульс и дальше ниже, патология начинается, понимаете? Если у вас 220 и выше, там начинается фибрилляция. Медики, которые сидят здесь, все прекрасно знают. И там смерть, и там смерть. Температура тела, которую вы обладаете жизнью, это 35 градусов. Ниже – смерть, 42 – выше – смерть. Химические процессы прекращаются в вашем организме. Я вам просто называю всем широко известные вещи, чтобы вы поняли. Физиология инвариантна. Она была создана уже много лет, очень много лет, тысячи лет назад, в гравитации, и она остается неизменяемой. То, что мы видим чемпионов, которые сейчас бегают, которые бегали 100 лет назад, они те же самые в физиологическом смысле. Что изменилось там? Там изменилось восприятие. Вопрос в том, что если она изменит его напор, да, сразу побежит быстро? Да, конечно, обязательно. Обязательно побежит. Но ее физиология ответит на этот вопрос, как любая женщина. Я не хочу это делать сейчас. Она скажет, я не готова. То есть мое сердце, мое сердце, мое сердце. Надо подготовить. Да, сейчас отвечу еще дальше. Нужно быть нежным и терпеливым. Частично. Не надо из меня выпутывать тайны двора. Это очень трудная вещь, которую очень трудно воспринимать. Понимаете, дело в том, что вот, понимаете, есть паровоз, да, есть локомотив, который тащит нас. Вот этот вес тела, вот этот угол, который, да, это локомотив. А физиология, она так сидит и думает, стоит мне участвовать в этом движении или нет, понимаете, так и думает. Стоит мне выходить замуж или нет, понимаете, там такое. Как только восприятие скажет, все нормально, готово, все хорошо, физиология думает, все нормально. Раз, и она обеспечивает это. Физиологически Паул Нурми, это легенда с 20-х годов, который там мировые рекорды устанавливал с 1500 метров до марафона, он такой же абсолютно, как современный, скажем, Хайле Гебреселаси. Там ничего не изменилось, понимаете? Есть же данные эти все физиологические. У него не выше частота сердечных сокращений, не больше сердца, ничего, понимаете? А вот восприятие. Там человек бежал чуть-чуть из 30 минут десятку, а Хайле Гебреселаси уже здесь бежал
извините, 26 с копейками, понимаете? И ничего не изменилось в физиологическом плане. Что происходит в тренировках, которые вот я проповедую, я веду своих ребят и студентов, они начинают, первое, падение угла, да? Вот изменяем угол, скажем, 10 градусов, начали бежать 11. Физиология сразу возмущается, говорит, не буду участвовать, сердце бьет, ап, понимаете, дыхание, ап, все реагирует так. Но потом вы бежите на этом 100 метров, 200, все, физиология дальше вам не даст этого сделать. Она испугалась, понимаете, да, она консервативна, она женственна, ее нельзя трогать так. И вот вы начинаете бегать, раз, два, три, это называется адаптация. Физиология смотрит и думает, ну ничего, не умер, нормально. Хорошо, могу 250. Видите, прогресс какой? Угол тот же самый, но теперь вы уже пробегаете, и физиология начинает так. Все в порядке, ничего страшного, можно и спустить тормоза, понимаете? И внезапно вы видите, через месяц тренировок, ваш пульс идет вниз. У меня достигали ребята за сброс на одной и той же скорости, на одной и той же дистанции, за месяц вот так вот, да? Они спускали на 10-15 ударов в частоту сердечных сокращений. Понимаете? Получается, надо развивать физиологию и угол наклона? Нет, физиологию не надо развивать, она развита уже, понимаете? В этом-то вся штука. Надо развивать ваше восприятие. Что такое восприятие? Матушка, голубушка, можно я на вас покажу это? Мы развиваться не будем, не волнуйтесь. Давайте сюда. Как вас зовут? Маша. Сурал Маша. Руку сюда. Сейчас будет очень больно. Вы закройте глаза, боль будет меньше. А я боюсь. Девушек, которые не боятся боли. Так, закройте глаза, потому что это эксперимент. И будете отвечать на мой вопрос. Сейчас я вам задам вопрос с действием, с болезненным. Так. Сколько пальцев я поставил на вашу руку? Три. Откройте глаза. Вы ничего не курили сегодня? Сколько было? Два. Вы понимаете, что я вам показал сейчас? Я вам показал, что она ощущала меня, но она меня не воспринимала. Поэтому мы не... Вот точно так же происходит и с вашим бегом. Вы ощущаете, но вы не воспринимаете. И пока вы не начнете воспринимать, у вас не будет отношений никаких. И вам нужно будет поработать над этим очень сильно. И ваша физиология потом ответит положительно на это. Но пока вы не будете воспринимать, там никак... Воспринимать? Это очень интересный вопрос, это глубокий. Восприятие — это такая вещь. Это анализ, выводы и принятие решений, понимаете? Вот человек так, там за стеной что-то шумит, понимаете, да? Я ощущаю, но что это шумит там? Трактор или пьяный мужик буянит, так сказать, я не ощущаю, так сказать, не воспринимаю. И мне нужно очень сильно напрячься, чтобы понять ситуацию там, спросить кого-то, кто это там, что это там. И вот наконец-то я воспринял. Оказывается, ни то, ни другое, там просто работал какой-то механизм, понимаете? А в беге это вот так. Когда вы бегаете, и вот вы... Ощущение все проходит... В беге идет от опоры. Вот сейчас я вас спрошу, где у вас находится вес тела? На левом. У вас есть доказательства этому? Ну как? Вау, вот, видите, там... Оказывается, и у нас умные девушки здесь есть. Она очень похожа на Исамбаеву. Это мы можем исправить. Так, понимаете, я спрашиваю простой вопрос. Как вы докажете мне, что вот так? Вам подсказали, да. Но теперь, так сказать, дальше вопрос. А на какой части стопы вы стоите? Вы понимаете, сколько вы думаете? За это время можно уже 5 мужей потерять, понимаете? Нельзя так долго думать. Надо... Нет, я просто думала, доказательство. Вот в этом-то вся штука, видите, вот это вот восприятие есть.
Вы пропустите все поезда, которые проскочат в нужном направлении, потому что вы будете думать. Это вам никто не позволит, когда вы будете бегать. Вот в этой идее есть восприятие. Восприятие, когда вот дерется человек, да, с другим, вот там восприятие решает вопрос, кто из них останется жив, понимаете, да? Там только, если ты задумался, следующее просыпание будет в госпитале, понимаете? И вот то же самое происходит с бегунами. Вы хотите, вот это вот называется восприятие, умение принимать, ощутить, проанализировать, сделать вывод и сделать действие на этом, принять решение. И на этом вам отдается только всего лишь 0,2 в беге, на медленном беге, в джогинге, в спринте еще меньше. А на марафоне? Ну, на марафоне как раз вот около, плохие бегуны бегают около, ну, я не то сказал. Нормальные бегуны. Кто-нибудь спешит к медалям. Спешит домой. 0,2, понимаете, где-то в пределах этого. Ну, еще хуже, там до 0,25 идет. А спринтеры времени опоры. Вот это вот как раз восприятие. Вы здесь полминуты думали над тем, сколько пальцев там у вас на руке. А в беге у вас там не будет этого. Там всего лишь пум, и все кончилось. В спринте лучшие бегуны бегают в пределах 0,6. Понимаете, вот я моргаю глазами, это медленнее, чем они там опору делают. Вот вам восприятие. Если вы проморгаете этот момент, все, поезд ушел. Медали ушли, все. Поэтому у нас в спринте никого нет сейчас в России, которые бегают застойно. Потому что у них нет восприятия. У них есть талант, силы, все, но нет восприятия. И вот вам, Маша, надо изменить это. Я вам помогу. Давай. За отдельную оплату. Вот так всегда, всегда деньгами. На этом же концовке вот это я нарисовал идеального. А теперь нарисуйте на нем же очень быстро бегающего чемпиона мира по марафону. Но как он бегает? Почему он бегает не правильно? Что в нем не так? Я вам уже показывал. Я сейчас вернусь к этим рисункам, которые у меня более хорошо. Но вот здесь, безусловно, плохой бегун. Я сначала покажу вам плохой бегун. Вот эта нога сейчас вот, да, у плохого бегуна вот сюда придет. И тогда сразу падение задержится, потому что пока эта нога не придет сюда, падения не будет. Внутри вот этого фигуры будет перемещение, и вы за это время даже проскочите вот до этого угла, но падения там не будет. Там будет просто перемещение, падения будет. Что такое падение? Падение – это ускорение. Ну вот я вас приведу. Второй закон Ньютона. Вот что это такое. Для того, чтобы бежать быстро, надо ускоряться. Понимаете? То есть надо получить ускорение, то есть надо получить силу. А сила у нас, которая ускоряет, только одна, вес тела, то есть сила тяжести. И она появляется только с момента вертикали. Но для этого надо быть в позе. Понимаете, какая зависимость? Вот поза как связана с этим. И вот отсюда начинается падение. Но если вы запоздали, вот эта нога вот тут у вас, да, то вы придете к позе вот в этом угле. То есть сразу вот этот угол исчезнет из вашего ускорения. Вот вы потеряете столько. И вот это вот происходит. Я сейчас вернусь к Усейну Болту, покажу вам, как это происходит. Если вы не возражаете. Да, ваш вопрос. Это вопрос предложения. Очень большая, очень разная. Вопросы разные, ответы на себя все неправильные. Да. Хорошо, если вы мне позволите, я постараюсь очень быстро. Да, просим, пожалуйста. Хорошо. Согласен. А можно озвучить вопрос? Не слышу. Там просят обобщить все это. Да, потому что вопросы, так сказать, вот то вопросы, которые ведут сейчас, они не ведут к общему пониманию. Это... Николай, а можно пока не шутить далеко вот эта вот техника, которая показана в плакате? Это техника неестественного бега, понимаете? Вот тут как раз... Вот этот автор, так сказать... Это похоже на то, что вы нарисовали? Нет, абсолютно нет. Вы читали его книгу вообще, этого человека? На неправильную позу. Вот что большая... Нет, это не его картинка, это дизайнера. Эффективная техника? Нет. К сожалению, этот человек, он знает меня хорошо очень, потому что он был в числе моих учеников в 97 году на моем семинаре у Пола Ньюбай-Фрезе. Дэн Мари, где я был как раз по приглашению.
Оттуда он взял сюда. Хороший. Это не оттуда картинка, это на самом деле некоторая ошибка нашего дизайна. То есть он не дотянул заднюю ногу, напечатал уже, он у нас остался. Это не снизу, это... То есть, если быть предельно точным, то это не из книги, которую вы видите. То есть, это в Москве человек, вот он рисовал этот плакат, и вот так его нарисовал. Да, мы... Надо было послать его в Майами. К сожалению, с похмелья. Мы его сегодня звали сюда, может быть, я просто всех не вижу, может быть, он здесь и перерисует его, и напечатает его. Максим, попросите, пожалуйста, иначе очень много вопросов будет. Я перехожу туда. Сейчас я покажу вам, так сказать... Вот это исследование мы провели с Тимом Ноуксом в Южной Африке, которое показало, что такое поздний мед. 50% нагрузки на колени снижается. Это просто колоссальная цифра. У нас, я сам не понимал, почему у нас нет таких проблем с коленями. Оказывается, там физическая простая зависимость существует. Так, вот сейчас я вам показываю. Расскажите про колени подробнее. Так, вот сейчас, вот эта вот картина, сейчас, которую вы будете видеть здесь, да? Здесь два человека. Вот это Усейн Болт. Ну, я думаю, не надо объяснять, кто такой Усейн Болт. Он только что тут был. Я тоже имел удовольствие смотреть на этого гениального бегуна. А это американская марафонка, участница Сидни. Очень приличная, 2.25 бегает, так сказать. И я специально взял марафонку, чтобы показать вам очень интересные вещи здесь. Что мы видим здесь? Вот видите, вот написано, начальный угол падения. Вы посмотрите, цифры там стоят. Измерение этого угла происходит вот отсюда, вот с вертикали. Понимаете? У Усейна Болта поза, видите, да? Отсчет идет, когда поза достигается этим бегуном. Она у него нулевая, видите, да? То есть 90 градусов, вертикаль. То есть мы рассчитывали, где находится центр тяжести. Он находится точно над опорой, на передней части стопы. Поэтому ноль. Посмотрите угол у этой девушки, которая достигает марафонки. Я сказал, она бежит 2.25. У нее результат. Посмотрите, какой угол начальный падения. Начальный. 13,2 градуса. Помните, 22,5 всего лишь она нам отпускается, да? То есть она съела уже половину и, так сказать, не использовала. Теперь следующий слайд, чтобы вам показать, каким образом это распределяется, так сказать, вот относительно маховой ноги, центр тяжести и центр тяжести, общего центра тяжести тела. Посмотрите теперь. Усейн Болт, посмотрите, где находится. На одной вертикали. На той же самой. Вы видите, да? Две точки там написаны. Вот, посмотрите. Общий центр тяжести и центр тяжести маховые ноги. Видите, он где находится? На одной линии вертикали. А теперь посмотрите у нее. Посмотрите, где находится? Сзади. Видите? А центр тяжести вот здесь. Он расчетный. И теперь дальше двигаемся. А теперь конечный угол, где заканчивается отталкивание. Посмотрите, что мы видим. Ну, тут чудовищная цифра вроде, да, 20 градусов у человека. А у Усейна Болта 21,7. Но вы помните начальный угол падения? Помните? Вот вам показываем весь диапазон. Усейн Болт использовал весь диапазон, который ему был дан. Она использовала всего лишь около 7 градусов. Вот вам и разница, так сказать, понимаете, в 3 раза меньше угол. Вот вам и разница в скорости бега. Физическая величина там. Естественно, она требует воплощения своего в мышцах и так далее. Но первоначальная величина, от которой все отплясывается, это вот эта величина. Вот этот угол, понимаете? И вы это делаете тоже. Я могу посчитать каждого из вас. Понимаете, у меня масса информации на моих учеников, прямо вот на моих, так сказать, этих iPad, там все собрано. Я им рассчитываю, понимаете, в каждой тренировке, каждый угол, который они делают. И смотрю, как они прогрессируют. Вот такая простая вещь. Я не считаю мышцы, ничего, понимаете? Я смотрю углы, которые они делают. А это имеется в виду угол от нуля? Да. От вертикали.
Вот вертикально, я никуда не падаю. Он периодически возвращается. Да, конечно. Это маятник. Вот как мы бегаем, понимаете, возвращая. Только не так. Вот мы упали, да? А потом подтянули ногу сюда, в позу опять. Опять падение. И опять падение. Вот как мы перемещаемся. Ну, вы все перемещаетесь так, и животные тоже. Вот это понятно, да? Николай, а вот вы сказали, что Писангола наклоняется максимально на 1,60-1,80 м. Означает ли это, что если бы он наклонялся на 1,20-1,100 м, побил бы рекорд 9,57? Ну, я вам могу назвать цифры, так сказать, которые я рассчитывал для него лично. У меня статья в легкой атлетике была напечатана год назад, по-моему, или два. Я написал биомеханические характеристики Усейна Болта. Я ему рассчитал, вот в том варианте, в котором он бегает сейчас, 9,58 у него результат. Но что он способен? Только измените. Не изменяя угол, только измените его частоту бега. У него средняя частота бега 258 шагов в минуту. Но в его лучшем беге. Если изменить частоту бега, не изменяя даже угол, до 270, понимаете, да? То есть приемлемая вещь, учитывая, что 330 максимально, который может быть. Он может улучшить результат на 9,11. 9,58 до 9,11. Но он даже не мечтает об этом. У него в голове даже нет этого. Он мечтает 9,4 что-нибудь там пробежать. Прямо он не может увеличить частоту. Может. Это вся штука. А за счет чего? За счет чего? Средние люди бегают с частотой быстрее, чем я. Да? Да, конечно. Совершенно верно. Вот как это не чудовищно вам кажется, понимаете, да? Прогресс вообще в человечестве всегда существовал только на одной основе – восприятие. Больше там ничего нет. Вот молодой человек вот там был сначала. Не вопрос. Для марафона какая частота необходимая? А там очень простая величина. Там находится 180, которая минимально должна быть. Это, так сказать, требование. Каждый человек должен бежать на этом уровне, потому что это связано с эластичностью. А потом марафон, так сказать, хорошего уровня. Они бегут 190-196. Вот этот уровень. И он так держится от средней дистанции 1500 до марафона примерно одинаковая частота бега. А почему она экономно является, такая частота свыше 180? Потому что мы начинаем использовать эластические свойства наших мышц, связок и сухожилий. Это в 1964 году группа ученых из Миланского университета Рудольф Кавана и Джорджио исследовали эти вещи, и там была колоссальная статья напечатана была в 1964 году об этом. И мы пользуемся уже этими данными столько лет, извините, пожалуйста. Этим объясняется эффективность. Кто-то вот здесь был сначала. Да, пожалуйста. Да. Это связано с тем, вот вы очень высокая девушка. Мне очень нравятся высокие девушки, так что не волнуйтесь. Ваш рост, ваше преимущество, понимаете, да? Вы можете с меньшим углом, но с той же частотой бежать ту же скорость. Или наоборот, понимаете? Но как только вы включите свои данные, скажем, да, вот ваша высота в центре тяжести, у Усейна Болта 105 сантиметров вот здесь, да? И вот он у ближайших ребят, которые там пониже его, сразу в шаге вот в этом, да, он больше угол берет, но плюс, так сказать, вот эта длина ему дает сразу преимущество здесь 15 сантиметров. Длиннее шага. Чисто. Чем выше рост, тем да. Больше высокая частота. Нет, угол вы используете лучше, да. А частота будет вам стоить выше. То есть стоимость вашей частоты начнет повышаться. Ниже ростом люди частота будет стоить дешевле. Меньше. Да. Это 180, это нижняя граница. Дальше уже начинается использование ваших суставов. В негативном смысле. Да, вот там, пожалуйста. Прокомментируйте Майкла Джонсона. Майкла Джонсона? Ну, комментариев там особо никаких нет. Все только... Существует просто иллюзия о том, как он бегает неправильно, скажем, да? И все связано с тем, что он афроамериканец. И там есть, так сказать, генетическая, так сказать, линия, у которых выражен очень ярко лордоз, понимаете, да? И отсюда у него компенсация, так сказать, для того, чтобы вывести центр тяжести на переднюю часть стопы,
вот чтобы вот вывести, ему нужно вот отвести плечи сюда, понимаете? И возникает иллюзия, что он бегает, так сказать, отклонившись назад, буквально, понимаете? А там нет этого ничего. Мы просчитывали, так сказать, естественно, где у него центр тяжести находится. Он находится в правильном месте. А падает он лучше всех. А частота бега у него лучшая в мире, в истории вообще. Самая высокая. 289 у него была, так сказать. Да, но он нашел, понимаете, иррациональное решение этому сам, понимаете, его тренер был умен достаточно, чтобы не изменять эту, понимаете, вещь. Вот это вот соотношение, вот, которое вы видели у него, это связано только с одним, с его анатомической вот такой своеобразностью. Ну, белые люди не имеют этого, не волнуйтесь. Для того, чтобы повысить частоту шага, нужно его укорачивать? Нет, просто... нет, никаких укорочений. Длина шага... Это стопроцентная корреляция с углом падения, понимаете? Никогда не думайте о длине шага. Это убийственная вещь, понимаете? Длина шага – это абсолютно естественная вещь, которая связана только с углом падения. Понимаете? А вот в процессе нашей тренировки какие мы можем использовать технические средства для именно объективного контроля своей прогрессии? Который потом? Как увеличить частоту? Сейчас отвечу, я понял, сейчас я слушаю вас. Как увеличить частоту? Очень простые вещи существуют для этого. Бег за лидером, бег под гору, бег по льду, бег выбивший, я шучу. Ну и пригласите знакомого полицейского, сделать вам испуг небольшой. Вот самые простые вещи. Бег по льду – мой фаворит. Я люблю своих ребят на льду. Я использовал еще, будучи, когда я жил еще в Чебоксарах. Потому что там невозможно бежать медленным шагом. Понимаете, на льду. Да, вот здесь. Там существует, это называется visual markers, да? Ну, то есть визуальные маркеры, так называемые, да? Сейчас я вам назову их, так сказать. Они очень простые. Когда человек бежит, ему, ну, то есть когда вы смотрите себя в видео, да, что вы должны видеть? Это видеть должны вот эту точку, вот эту точку, вот эту точку. И теперь вот эта точка, они должны быть на этой линии. На одной? Нет, там мы переходим к уровню создания восприятий. Но там не визуальные, а внутренние ощущения, которые мы переводим в восприятие. Первое из них – отсутствие мышечных усилий. Если вы чувствуете, что вам ваши мышцы работают, значит, вы бегаете неправильно. Если вы чувствуете, что вы отлично работаете руками, это значит, вы уже бегаете неправильно. Если вы чувствуете, как вы толкаетесь, то вам нужно пойти попить пиво немножко, так сказать, и убрать это напряжение. Любая мышечная... Что характеризует хороший бег? Давайте описательные характеристики, которые идут из древности. Бег. Легкий, непринужденный, без усилий. Понимаете, да? С улыбкой, да. С улыбкой, когда думаешь о своей даме, так сказать, не улыбаешься. Думаешь, ну зачем я туда бегу? Я ответил на ваш вопрос? Андрей, секунду, сейчас вот... еще раз. Разумеется, все мышцы работают. Мои дорогие, нету неработающих мышц в нашем теле, пожалуйста. Я не проповедую никаких там мышц, которые в доме отдыха, понимаете, где-то там. Там есть такое, наступил на землю и отдыхай, расслабляйся. Это когда гравитация в большей степени работает, вы отдыхаете, простите, это полный парадокс. Нету отдыхающих мышц, есть только мышцы, которые работают сейчас лидирующие и которые, так сказать, помогают им, понимаете? Только такое взаимодействие между мышцами существует. Вы поняли, что я говорю сейчас, нет? То есть вот если у нас команда из 5 человек, скажем, да, вот я на сегодняшний день лидер этой команды. Завтра он лидер. Завтра она лидер. А я ей помогаю, понимаете? Вот мышцы работают только так. И в каждом движении существуют лидирующие мышцы
остальные мышцы помогают им. Это называется социум. Ну, говоря социальным языком. А дыхающих мышц нет. Пожалуйста, избавьтесь от этих иллюзий. Всегда работают мышцы. Вот сейчас, леди. По поводу дыхания. Дыхание, самое главное, не убивайте себя, понимаете, дыханием. Не пугайтесь, дыхание будет повышаться. Дыхание – это ответная реакция организма, понимаете? Его надо контролировать. Нет, ну, ни в коем случае. Вы когда-нибудь видели собак, которые контролируют дыхание? Нет, пожалуйста, не делайте этого. Дело в том, что существует... Я просто объясню вам как-то. Вы видели когда-нибудь, как вот дышат собаки, вот, например? Да? Вот такое, такое называется. Да. Вот, да? Я похож? Да. Нет? Это называется поверхностное дыхание. Вот так дышат элитные бегуны. Потому что поглощение кислорода в том смысле, который мы думаем, его не существует. Организм поглощает ровно столько, сколько ему нужно. Если вы начнете втаскивать туда больше, чем нужно, у вас начнется... Вот именно, вы знаете, это, видимо, падали в обморок уже. Нет еще? Попробуйте, так сказать. Нет, там... Ртом, конечно, понимаете. Там существует так. На очень низком уровне бега, скорости, скажем, да, на джогинге, вы можете носом, конечно, подышать, так сказать, если вам хочется прочистить его, но... Вообще, вот, и не полной грудью, понимаете, это вот спокойное дыхание должно быть. Как только вы начинаете испытывать потребность, вы уже перешли границу, понимаете, все, у вас начинается толк там. Это значит, вы сейчас пугаете свой организм колоссально, и он начнет сопротивляться в полную мощь своих легких. Вот это вот вам разумный совет по этому поводу. С дыханием? Ну, как бы вот я начал, то, что называется второе дыхание, вот, как бы это плохо, что ли? Дело в том, что всегда нужно добегать до уровня дискомфорта, понимаете? А потом этот уровень дискомфорта будет существовать на одном уровне бега, вот скорость такая будет, а потом этот уровень дискомфорта будет на совершенно более высоком уровне бега. Этим отличаются элитные бегуны, понимаете? Они не бегут больше затрачивая энергию или меньше затрачивая энергию. Нет. Затраченная энергия, которую человек делает, 5 километров остается 5 километров. Для него, для меня, для него, для всех одинаково. Физическая величина одна и та же. А вот то, что вы тратите на эти 5 километров, от испуга там можно в 2 раза больше затратить, понимаете? Понятно? Вы посмотрите на соревнования. Вы тоже смотрели чемпионат мира, да? Что мы видим? Хорошие бегуны, которые выигрывают, прибегают, у них нет усталости, они бегают и смотрят, а где подруга моя? А тот, который последний, пришел, думает, где госпиталь? Пробежали одну и ту же дистанцию, он пробежал в 2 раза медленнее практически. У него ни одной мысли о подруге, понимаете? Он устал больше. Но у него парадоксы. Вот это называется психика, понимаете? Энергия-то должна была быть затрачена одна и та же, потому что работа сделана одна и та же. А что мы видим? Посмотрите московский марафон в следующий раз, или куда вы поедете. Первые бегуны прибегают счастливые, концовка прибегает, там такие все из театра лицедеев, понимаете? Это называется поле битвы, там страдания. Зачем я вообще это сделал? Ну зачем? Действительно, зачем? Это вот восприятие, понимаете? Дистанция-то не изменилась. Они говорят, я больше бежал. Дольше. Да, 5 часов. Но дистанция-то осталась 42 километра, понимаете, ее не удлинили для вас. Вот тот молодой человек был сначала. Проблема с каденцией и времени опоры. Вы говорите о том, что профессионалы, у них очень маленькое время опоры. При этом увеличивая каденс, время опоры уменьшается, но у нас по сравнению с болтом, когда у него не оптимальная каденс, получается, что время опоры очень низкое, вот, но при этом каденс, позволяющий все равно быстро бежать. Как уменьшить, получается, не каденсом, а время опоры? А не нужно уменьшать время опоры? Пожалуйста, я не уговаривал бы вас сделать это, понимаете? Уменьшение времени опоры – это логическое следствие вашего падения. Понимаете, там такая вещь существует. И разница между кейденс, который имеет Усейн Болт, скажем, да,
по времени опоры 0,78, да, и скажем, возьмем того же самого дисквалифицированного Асана Пауэлла, да, там где-то в пределах 0,70, понимаете, там разница такая, не, очень небольшая вроде, да, но у Стэна угол там почти полградуса выше, понимаете, больше, и это сразу же все меняет кардинально. Ну, в любом случае, у любителей начинающих, у них время опоры, она, ну, катастрофически долгая. Да. Как-то это надо уменьшать. Начнем с самого простого, о чем я уже много раз говорил. Вам нужно изменить восприятие, понимаете, да? Вы начинаете бегать, я только сегодня утром с одним молодым человеком работал в поселке, в бедном поселке Жуковка. Я правильно понимаю, что включая как понимание опорного бега, мы уже сразу все регулируем, как должно быть. Да. Я не занимаюсь этим, понимаете, потому что это не нужно. Изменяется восприятие. Восприятие куда изменяется? В сторону увеличения угла падения, понимаете? Как только изменился угол падения, у вас сразу частота бега увеличивается. Вот позу надо формировать, понимаете? И вот тут вот очень кардинальный вопрос. Понимаете, есть такие следствия, есть главные моменты, которые вы должны выполнить, и все остальное следствие этого. И вот это вот следствие нужно все время понимать, что это следствие. Не надо заниматься частотой без угла, понимаете, иначе я очень бегу быстро. Вы думаете, я бегу быстро? Я бегу на месте. Но я же так много частоты делаю, понимаете, да? Я специально вам показал это. Вот люди говорят, ну я бегаю поздним методом уже. Вы знаете, какая у меня частота? Но он стоит на месте. Он не падает, понимаете, да? И он не может понять этого. Ну что, нужно упасть сначала, а потом все остальное. А он начинает увеличивать частоту. Ну давайте, тут медленно начинаем бегать быстрее, 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 быстрее. Куда я побежал? Вы видите меня перемещающегося куда-то? Нет, я стою на месте. Вот эта вот путаница происходит постоянно. На медленном беге человек. Я бегу быстро очень. Я сейчас расходую массовую энергию и порчу эту поверхность этого замечательного зала. Больше ничего я не делаю. Вот, это, вот эти вещи нельзя путать. Постоянно. Кейденс, она идет от падения, понимаете? Всегда. Первое условие. Сначала вы должны падать, а потом все остальное. Андрей, да. Это мой любимый бегун. Знаете, я вот книгу удовольствием читал, но я читал и мир, вот, и важно еще понять, если он объясняет, вот, в частности, по гравитации. Но у него еще добавлена какая-то закрутка позвонка, понимаете, закрутка, и вот как бы сухожилие напрягается, потом они напрягаются, и это как бы помогает бегу. Вот как вы к этому относитесь? Отрицательно. Ну, во-первых, у него закрутка произошла не в позвоночнике, а немножко повыше, так сказать. А, во-вторых, этот человек просто слезал, ну, как-то в мягком виде, изменив некоторое положение, поздний метод, понимаете? Он взял основную вещь – падение. А эти все закрутки, хорошие бегуны никаких закруток не делают. Это очень известный факт в науке, и он был известен для меня. Это связывалось, это все написано. Там никаких закруток, и никакие закрутки не помогают ничего. Если вы только не закрутите что-нибудь покурить, понимаете? Не помогает. Один только механизм есть, который вас двигает вперед. Я уже пытался много раз сказать. Это, наверное, нам нужно будет пить пиво. Один механизм только существует, это падение. Все. И никаких закруток. Пожалуйста, не морочите себе голову, мои дорогие. Я вас очень люблю, понимаете, да? Я пришел сюда с вами поделиться честно, как я думаю по этому поводу. Если вам мой ответ не нравится, вызывайте снайпера. Да. Вопрос такой. Многие люди, которые только начинают в зрелом возрасте бег, сталкиваются с травмами. Колени, там, голеностоп, там, плоскостопие и прочие всякие такие, там, ну, я не говорю, что там про тазобедренные, в основном вопрос про голеностоп. То есть какие-то врожденные такие вещи, типа, например, плоскостопие, да. Очень много людей. И у них начинают болеть все вот эти суставы и так далее, и так далее. Поздний бег.
Вплоть до того, что, например, врачи-ортопеды говорят, вообще лучше не бегать, не начинайте, и вообще там сидите в шахматы играйте. Вот как поздний бег относится к таким вещам? И вопрос очень просто формулирую. Может ли любой человек с толстой плоскостопия этим методом бежать, там, джогинг, я не говорю про марафон? Один обобщающий ответ – да. Yes. Си. То есть ортопедов не слушают? Ну, ортопеды никогда не были моими друзьями, понимаете? Это очень давняя история у нас. Они были очень моими милыми доброжелателями. Потому что как раз у меня люди бегали, как раз со всеми этими перечисленными недостатками люди нормально до сих пор бегают, потому что для гравитации не существует этих вещей, понимаете, да? Если вы стоите на передней части стопы, все остальные вещи, pronation, supination, плоскостопие исчезают, понимаете? Все. Больше там ничего не нужно. Так все-таки передняя часть стопы? Да, конечно, передняя часть стопы. Нет. Только там. Но я вам объясню, так сказать, фигурально. Visual markers, да? Чем отличается старый человек от молодого? Это, так сказать, моя любимая тема, так сказать. Люди очень любят эти вещи. Или красивая женщина от... Я этого не говорил. Просто от женщины. Вот сейчас вам показываю. Старый человек, да? Что вы видите? Вы видите человека, может быть, еще не старого, но который, так сказать, ищет ближайший госпиталь, понимаете? И потом вы видите вот такого, в том же возрасте, который ищет что-то другое совершенно. Чем отличается? Вот вы видели, правильно, да? Я вам показал? Так, отличие только одно здесь. Только одно. Какое? Пожалуйста, ответьте на него. Я уже слышал какое-то такое постановление Верховного правительства в России существует по поводу нераспространения там наклонности и прочее такое. Нет. Вы, одно различие заключается, где находится ваш вес тела. Понимаете? Посмотрите на своих детей. Большинство из вас, я вижу, женаты, так сказать, имеют детей, может быть, про которых они не знают, но они имеют. Посмотрите на них и посмотрите, как они двигаются. Вы увидите ответ на ваш вопрос. Ни один ребенок не двигается на пятках вот так вот, понимаете? Потому что он хочет жить. Он хочет развиваться. Он хочет постигнуть. Он весь на передней части, он в движении, он хочет идти, падать, понимаете? Как вы только перестали падать, следующее падение будет только в могилу, понимаете? Пожалуйста, такой драматический исход, если вас устраивает, пожалуйста. Я вас приглашаю в продолжение жизни, понимаете? То есть, будете на передней части стопы, учитесь падать. И у вас изменится очень много вещей в вашей жизни. Ваши все остеохондрозы пропадут, понимаете? У вас появится аппетит на все. Вы меня неправильно поняли. Ну, я читаю его мысли. Ну, это полный бред, понимаете, не слушайте. Тогда вам скажут, не пейте пиво, понимаете, потом не пейте это. Для бега правильного бега. У меня ребята бегают, и все мои, все эти годы, которые, так сказать, я не хочу называть эту цифру, такая пугающая цифра меня самого. Мне кажется, стану как-то около 40 лет, понимаете, да? У меня ребята бегали всегда, на всех поверхностях. Элитные атлеты и не элитные, никаких проблем никогда не было. Вот такой ответ простой. Можно задать два вопроса? Да. Вопрос. Второй будет дороже. Один вопрос. Как вот ваши расчеты? Какая максимальная скорость, ну или время в марафоне? Сейчас там долгие дискуссии, движение. Я думал, Хали Ибрисаласи будет бежать быстрее 2 часов, понимаете? Он был способен, я рассчитал, но у него не хватило восприятия. А второй вопрос связан с этим. Вот за всю вашу научную карьеру и ваши исследования, что в человеке явилось для вас самым большим открытием? Восприятие.
Я повторяю одну и ту же вещь, понимаете, но оказалось, что восприятие – это самая большая вещь и самая главная вещь, и поэтому я поставил вообще во главу угла эту вещь. Когда мы учим людей, мы изменяем их восприятие, мы учим их новому восприятию. Понимаете, вот человек один и тот же сидит, и можно на него посмотреть по-разному совершенно, изменить свое восприятие, и это будет или ваш враг, или ваш друг, понимаете? И когда вы идете в этой неимоверной толпе в московских улиц, когда тысячи людей вокруг вас, как вы воспринимаете их? Это ваши соотечественники, ваши друзья, люди, которых вы уважаете, любите, или это все enemies? Don't touch, да? Это восприятие, понимаете? И отсюда все начинается. И отсюда, так сказать, вы сами себя. Вы любите себя? Или не любите вы себя? Я не говорю, так сказать, ни о чем другом больше, так сказать, понимаете? Это вот восприятие, которое, так сказать, вам будет стоить. Или вы живой, здоровый, веселый, пылающий человек, или готовящийся к своим поминкам, понимаете? Как, это восприятие. Как вас с восприятием работать? Как его... Сейчас скажу. Хороший вопрос, но она просто была первым с вопросом. Спасибо. Как предлагаемая вами техника применима к плаванию и педалированию? Хороший ответ. Вопрос, вы понимаете, это немножко выходит, это триатлон уже начинается, да? Это тема следующей лекции. Да. Ну, я просто коротко отвечу на это. Понимаете, независимо от вида деятельности, ситуация, логическая структура нашего движения не меняется, понимаете? Она остается той же самой. Вам остается использовать тот же самый вес тела, будет поза для этого, которая вам позволяет использовать вес тела, понимаете? И будет смена опоры, как в беге. Смена опоры, плавание существует. Точно такая же смена опоры, и велосипед то же самое. Вы можете на педаль только надавить, я это слово называю вам, чтобы только вам немножко, так сказать, помочь, понять. В поздном методе нет давления, нужно поставить вес тела туда. И вы можете крутить педали так быстро, как быстро вы меняете вес тела с одной педали на другую. Все. У вас там ничего больше нет. Дальше только начинается, сколько вы можете это выдержать. И сколько вот теперь... У вас большой энергетический запас или нет? Там вот элитный и не элит начинается, понимаете? А все остальное... Для элиты, скажем, да, считается... Для нормальных людей диапазон 60-80, понимаете, вот в этом. Элита вся крутит в пределах 95-100, понимаете? Но очень высокоэлитная, я теперь обращусь к Лэнсу Армстронгу, которого закидали уже камнями, понимаете, да? Я сам не люблю этого человека, как личность он очень неприятный, но я не могу отрицать одного. Среди всех, кто использовал эти же самые все лекарства, он был лучший, понимаете, да? Я изнутри, понимаете, оттуда. Я это все знаю, так сказать, не со слов, не с чего, я знаю это изнутри. Все использовали там. Но он был личность. Понимаете? Отвратительная личность, но он личность. Я его уважаю за это. Он не был последовательным, нужно было уже так и отпираться до конца, понимаете, до гробовой доски. Сломался парень, понимаете? Не смог выдержать. Ну что делать? Восприятие подкачало. И у него частота была самое то, что вот я учу своих учеников. Он крутил на самой высокой частоте. Даже в гору P2KS, вот это, да, сам, 20 километров вот так, 14 градусов туда, 100 оборотов и 500 ватт мощности, понимаете? Не вставая с седла. Очень интересный факт. Да, совершенно верно. Он наглый как черт, понимаете? Да, вот это вот его восприятие основное было, понимаете? Он никого не считал за людей, понимаете? Поэтому он закладывал людей, которые используют те же самые вещи, которые он использовал, потому что он хотел убрать конкурентов, понимаете? И я никогда стукачей не любил ни в Советском Союзе, ни в Соединенных Штатах. Но говорить о частоте, как это сделать? Я сейчас вернусь. Все равно он с собой необходимый иметь? Да, я посоветую вам купить темпо-трейны, вот такие есть, да? Или у музыкантов есть... Что-то 190 у тебя, или 200, или 150, 160? Вот поставите. Там пам-пам-пам будет звук, ваше ухо стучать. То есть электронный микрофон? Да, я использую японского производства для своих ребят. Приложение на iPhone.
Я вот прям собственные, они бегут со своими собственными. Вот тут наушники так маленькие, такое вставляется, и мы вставим туда. И в зависимости от дистанции я меняю вот эту вещь. Вот они когда бегут кроссы там по 20 километров, у них минимальные 184-186. Необходимые, да? Да, конечно, да. Абсолютно. А что это еще раз тут не слышно? Метроном, который бикает ваше ухо. Ну да, вот как вот у музыкантов. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Кто там, па-па-па-па, вот этот звук идет. Ну, в телефоне есть такая вещь. Вот, да и, особенно с начинанием, когда вы должны обязательно пройти через это. Потом освоитесь, как музыкант. Сначала их учат, да, иначе он там не в ноту сыграет, не в так. Сейчас я отвечу сюда и к вам вернусь. Восприятие. Вот вы смотрите на вот эту вот, вот эту группу людей, да? И вы можете воспринимать их как угодно. Я так смотрю, так и думаю, так, а кто мне там не нравится, понимаете, да? А мне все нравится. Вот это вот начинается восприятие. Почему так? Да потому что я ощущаю волну, которая идет от этих людей, да, как доброжелательную, которые хотят от меня что-то хорошее получить. И я от них получаю этот призыв. И этот вопрос положительный, понимаете? Вот это вот восприятие. Один и тот же карандаш. Может у вас вызвать. Что я вам показываю? Красный фломастер. Видите, да? Но вообще это может быть милиционер, понимаете? И он вам говорит, стоп, сейчас вы будете платить штраф. Восприятие. Что такое почтальон Печкин? Вы помните этот мультфильм, да? Ну почему я такой был несчастный? Потому что у меня велосипеда не было. Восприятие. Восприятие счастья с велосипедом связано. С чем у вас связано? Вот это вот все уровень восприятия. И это нужно воспитывать. Ваш вопрос, молодой человек. Если говорится, что она убирает ваши ощущения. А там начинается другая. Почему вы вообще не бегаете босиком? Потому что... Да, так понимаете, сейчас волна уже начала спадать, это, которую там в Америке несколько групп людей начали проповедовать, чтобы поддержать продажу обуви. Все это связано было только с этим. Сейчас это называется fad, ну, то есть ложное направление, понимаете, из чего-либо. И я всегда говорил, когда это началось, скажем, да, и люди говорят, ну все, побежали босиком. Завтра мы будем бегать здорово, красиво, правильно и все такое. Я тогда им говорю, ну, ребят, ну, давайте тогда... Так сделаем. Завтра идем все в бассейн, раздеваемся, ныряем и Майкл Фелпс. Но почему-то не получается так. Вот с плаванием все понимают это, да? А с босиком никак не хотят понимать. Как же? Это вот так вот. Я наступаю и все чувствую. Что ты чувствуешь? Ты не чувствуешь вообще, куда ты наступаешь. Какая разница, это босиком или нет? Ну, я надеюсь, ответил на этот вопрос. Ваш вопрос? Нет, это иллюзия существует. Есть реакция опоры, понимаете, да? Я вам приведу просто один пример, научный, извините. Это было приятно, но... просто научный факт, понимаете? Очень простой. Вот центр тяжести бегуна, вот это горизонталь, и вот этот угол вылета, да, центр тяжести. Вот там траектория полета вот здесь, и потом следующий шаг начинается здесь, вот так. Что получается? Чем быстрее бегут бегуны, и это не зависит от того, это марафон или спринт, вот этот угол начинает уменьшаться. Вы понимаете, о чем я говорю? Окей. Теперь я добавлю сюда очень простую вещь такую. Вот это положение ноги, вот это вот, да? Ну-ка. Вот этот угол теперь. Вот этот угол. Ну, если хотите этот, без разницы, это одно и то же. Вот этот угол изменяется у бегунов. В спринте идет до 21.4. Вот у Усейна Болта идет самый большой угол. Но у него уменьшается вот этот. Понимаете, какая вещь получается? Вы понимаете, какой я парадокс вам показываю, нет?
Вот этот угол, даже если он большой, вот такой вот 21,4, вот этот угол, вот если мы берем вот суставы вот эти вот все, да, они вот туда вот ведут, понимаете? А этот угол вдруг начинает у них уменьшаться вот сюда. Понимаете, то разголосится, что вот это и это не совпадают, понимаете, просто-напросто. Угол вылета. Отталкивание. Угол вылета – центр тяжести. Вот, вот вам бегун. Вот он так. Здесь находится в точке. Вот его центр тяжести. И вот у него здесь, я уже рисую второй, когда он так называемый делает уход. Вот, вот этот угол падения, понимаете? Вот здесь получается так и так. Потому что центр тяжести здесь. Вот этот угол падения, да? Да, ну да, вот совершенно верно. Согласно вот геометрии суставов, так скажем, да, вот мышцы работают только в двух направлениях. Они расслабляются и сокращаются. И вот когда они сокращаются, они вызывают разгибание суставов или сгибание суставов. Если отталкивание, значит разгибание суставов происходит. Но посмотрите, разгибание суставов должно быть идти сюда. И тут 24, 21,4, но в обратную сторону, если отсюда считать, будет понятно сколько, да? 68 там градусов получается. Но теперь существует такая вещь, перемещение вперед, и вот этот угол теперь начинается. Угол вылета центра тяжести, когда он заканчивает отталкивание. И что получается? В хороших бегах, независимо от того, как бежит марафон, или спринт Усейн Болт, вот этот угол начинает катастрофически уменьшаться. И он достигает 2-3 градусов у очень хороших бегунов. На длинные и короткие дистанции. Понимаете, я подчеркиваю, спринт и марафон один и тот же угол. Понимаете, да? А вот этот угол у марафонцев самый большой. Хайле Гебреселаси был 15,6 градусов. Понимаете, не вяжется совершенно тут. То есть вот эта вещь, так сказать, и это не согласуется. Плюс, теперь еще дополнение к этому, вот эта вот скорость разгибания суставов оказывается и у спринтеров, и у марафонцев практически одинаковая. Когда я первый раз прочитал эти данные, у меня был истерический такой смех. Понимаете, почему люди не видят этой вещи? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это вот разгибание, да, оказывается, у выдающихся бегунов и у средних бегунов одинаковое. Но вот эта разница, вращение... Упс, я что-то сделал? Или еще не успел? Извините, эмоции захлестывают. Вот это вот вращение колоссально различное. И получается, что, ну, такой средний бегун будет... У него вот эта скорость вращения здесь угла, если мы берем вот этот 15,6, даже если он бежит, и разделим на опору 0,25, понимаете, вот угловая скорость будет. И теперь возьмем нормального бегуна, который бежит 12-11 градусов, у него будет 0,25, посмотрите какая, я вам специально цифры одинаковые здесь ставлю, чтобы вы видели сразу, что получается. Колоссальное различие. Но у бегунов хороших там не это, а вот это уже время опоры какое. И это сразу возникает такое колоссальное различие. То есть вопрос, чем мы бежим? Ответ сразу там, падением только. Вот такая вот реальность, понимаете? Хотите вы или не хотите. Вы можете тешить себя иллюзией отталкиванием, пожалуйста. Ребят, у нас, к сожалению, заканчивается время. Давайте последние два вопроса. Так, Николай, выберите вот две руки. Извините, сюда. Скажите, пожалуйста, а что вообще получается, меняется в этой концепции беги в гору и в гору? Ничего. Ну вот как падать, допустим, при беге в гору. Вы также падаете в гору. Абсолютно. А с горы? А с горы вы убираете пропорционально наклону горы. Понимаете, потому что если 22,5 это максимум, что вам дается, если гора 22,5, то ваше падение нулевое, понимаете, потому что вы уже на самом пределе находитесь. И это объясняется тем, что спринтеры
когда тренируются бегом по гору, используют только угол где-то около 3 градусов. Больше они не могут спринтера использовать. Это уже было сделано. Практически, но они тогда не поняли, почему они так делают. Понимаете? Если вы бегаете, скажем, 15,6, у вас максимальный угол, да, вот скорость, марафон бегает с такой скоростью, и вдруг горка с таким же углом, вы понимаете, что будет с вами. Вы не можете 31,2 градуса иметь. Вы уменьшите до нуля, потому что гора уже вам даст вот это. И это пропорциональное изменение вы будете вносить в каждую горку, но теперь вы будете сознательно это делать. Чем выше крутизна горы, тем меньше угол падения будет. В соотношении с вашей скоростью. Пожалуйста. И это второй вопрос, и последний сегодня. На сегодняшний длинной дистанции вы имеете, да? На сегодняшний день, если мы не будем говорить о Хайле Гебреселасе, который закончил свою карьеру, это Гален Рап. Гален Рап. А на средней дистанции? На средней дистанции таковых нет. Даже Дэвид Рудиша бегает с большими огрехами. Обязательно? А на кого? К сожалению, поскольку я работаю против этих ребят, дело в том, что лучшим из них сейчас Браунли является, понимаете? Но с Браунли очень интересная история. Я не знаю, он бежит поздно летом, понимаете? Он бежит поздно, его брат тоже. Но я не знаю, откуда они... Я знаю одну вещь только, что их главный спонсор в велосипеде, Боудман Байк, да? Боудман, мы слышали это, да? Владелец этого байка – это мой друг, понимаете? Англичанин Алан Ингерфельд, которого я обучал много лет назад. Он был триатлетом, я его обучал поздному методу. И я не знаю, понимаете, я просто сейчас... Кого? Ой, я с ним работал много лет, да. И, да, и Эндрю Джонс, и Леандр Кейв, это все были мои ученики. Леандр Кейв, я горжусь этим. Я ее, когда она пришла ко мне в 2001 году с 11 травмами ног, то есть этих переломов костей, 11, представляете? И она перед бегом всегда ее рвала, потому что она боялась страшного бега. Я целый год с ней ездил по сборам. И в 2002 году она победила на чемпионате мира в Канкуне и улучшила свой результат на 10 километров на 3,5 минуты. И с тех пор ни разу не травмировала в беге. Круто, да. Незаметно пролетели 2 часа. Я надеюсь, не в последний раз, и вы еще как-нибудь согласитесь к нам прийти. С удовольствием. Такой аудитории пиво будет? Друзья, спасибо вам, что вы пришли. Следите за нашими анонсами. Приходите на следующие встречи. Приходите бегать, тренироваться. У нас часть тренеров и ученики Николая. Вот, они знают, что такое поздно метод бегать. Спасибо вам большое!